Приветствую, машина готова. КАМАЗ-6520 для Александра, Краснодарск. Машина 6520 шасси, монтажная длина 7800. Клиент забирает как шасси и плюс еще документы. Машина у нас Евро 2, кабина со спалкой, Макси. Полный капитальный ремонт. Полный обзорчик у меня уже был, именно по этой машине. Просто здесь сейчас, что у нас сделали? Установили кардан. Когда еще машина была, кстати, под снегом. Чуточек. Теперь уже только грязь. Уже видно поболее. И сделали гидрификацию. Коробка Z16, 360 кобыл. В этом плане стандартно. Я не снимал его внутри. Сделаю это сейчас. Ага. Говорю, что готово. Она еще не до конца готова, друзья. По электрике еще осталось. Пневмо. Европанель. Ну вот как-то так. Как-то так, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. И еще самое важное. Сейчас один в один, с такой же монтажной длиной, такого же цвета, с такой же кабиной, железный Макс со спалкой Евро 2 у нас готовится 2013 года, имейте в виду.